Краткое содержание рассказа Николая Николаевича Носова «Мишкина каша». Однажды к Коле на дачу приехал его лучший друг Мишка. Мама Коли как раз собралась отлучиться в город по делам и поинтересовалась у мальчиков, смогут ли они сами приготовить себе ужин. Мишка заверил, что умеет отлично готовить. Он пообещал сварить вкусную кашу и сытно накормить друга. Мама все же стала подробно рассказывать, как приготовить кашу и суп, но ребята слушали ее очень невнимательно. Днем друзья отправились на речку, где отлично провели время и поймали целое ведро пескарей. К вечеру они ужасно проголодались, и Мишка принялся куховарить. Однако он насыпал в кастрюлю слишком много крупы, и пришлось доливать воду. Вскоре каша стала разбухать и вылезать из кастрюли, и друзья принялись разливать ее по тарелкам. При этом они продолжали доливать воду в кастрюлю с крупой, и в результате каша получилась на редкость невкусной, пресной, водянистой, пригоревшей. Мишка и Коля решили поджарить рыбу, но пескари прилипли к сковороде, и в доме чуть не случился пожар. Друзья съели варенье и легли спать. На следующее утро они попросили соседку тетю Наташу накормить их, а сами пообещали очистить ее огород от сорняков.